Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Duna, как мне еще сказали, Toyota Dyna. 1996 года выпуска. Двигатель здесь стоит 3L 2,8 литра. Механика. На этом автомобиле пробег 248 тысяч. Сегодня мы на нем заменим втулки передних и задних рессор. Здесь втулки, что спереди, что сзади на рессоре, одинаковые стоят. Заказали оригинальные. Теперь нам только остается приподнимать автомобиль, откручивать серьги и по очереди менять эти втулки. Для удобства я спереди сниму колесо, покажу, как это, где подобраться. Ну и также схематично покажу, где сзади там. Приступаем. Поднимаем автомобиль. Поддомкратил немножко автомобиль, поставил козлы сейчас спереди, вот они под раму с двух сторон. А здесь у нас сзади вот такая серьга подвижная, и сверху, и снизу стоят втулки. С обратной стороны у нас находятся две гайки. Если у нас не получится их открутить накидным ключом, тогда придется снять вот эту защиту, чтобы можно было головкой подлезть, открутить. Откручиваем гайки, снимаем вот эту пластинку и уже серьгу вытаскиваем сюда. Все, у нас доступ будет и к верхней, и к нижней креплению для втулок. Также и спереди, только спереди жесткое крепление. Здесь серьги нету. Откручиваем изнутри гайку, откручиваем вот этот болт и вытаскиваем палец в бок. Вместе вот с этим ухом крепежным. Крутим. Здесь ключик на 12. А гайка сзади на 19. Все, палец я вытащил, но чтобы нам опустить рессору, я также открутил и с другой стороны. Вот я тоже выкрутил и палец вытащил. Здесь на пальце есть направляющая вот такая, которая заходит и центрует. Но чтобы вытащить с правой стороны палец, руль выкрутил влево. Вот видите, для чего рулевая тяга у нас поднялась выше и палец смог спокойно выйти. Когда колеса стояли прямо, рулевая тяга перекрывала палец. Теперь берем немножко, опускаем домкрат. Я домкратом приподнял чуть-чуть балку, напряжение со втулок снял. Этого недостаточно, надо еще ниже опускать.
автомобиль мало поднял, поэтому перед тем, как делать, надо приподнимать выше. В данный момент я ниже балку опустить не могу, поэтому спереди помогу монтажкой. Решил ничего не подкладывать. Сейчас просто отожму и выдерну их, и также вставлю новые. Новые, как и говорил, будем использовать оригинальные. Номер 90-385-18-005. Здесь я палец почистил и смазал. С одной и с другой стороны. И мажем резьбу фиксации. Внутренняя втулка вообще вся изношена полностью. Наружная. Но по втулкам видно, что это уже что-то самодельное делали, подгоняли. Срез неровный. Вставляем новые втулки. И также вставляем с другой стороны втулки, а потом будем приподнимать, уже заводить пальцы. Все, с другой стороны я тоже втулки заменил. Теперь поддомкрачиваем и заводим палец. Закручиваем.
Все, передние втулки мы заменили. Теперь добираемся до задних и меняем задние. Ключик также на Втулка в рессоре вообще разбита. Вторая тоже. Вот это еще более-менее. Ну, верхние втулки еще более-менее, но их забивали туда, потому что даже палец вытащил плохо. И видно, перетачивали из чего-то, родных не было, видать. Ставим новые втулки, с силиконом немножко их брызну.
когда силиконом брызгаешь, входит хорошо. Силикон не агрессивен, резину не разъедает. И чистим пальцы от коррозии, смазываем резьбу и ставим. Все, резьбу смазал, пальцы почистил, заводим. Так, надо приподнять чуть-чуть. Все, втулки задние тоже на передней рессоре заменили. Аналогичным образом меняем со второй стороны, ставим колеса, опускаем автомобиль и идем менять сзади. Вывесил таким образом автомобиль. Мне надо, чтобы мост у меня был свободен, мог я его поднимать, приопускать, чтобы, снимая серьгу или снимая переднее крепление, я мог его либо поднимать, либо опускать, чтобы загнать шпильку. Поэтому поддомкратил сзади под раму. Ну, подставил под раму, а домкрат у меня находится под мостом. Снимать здесь будет неудобно. Покажу. Вот они сзади серьги находятся. Также эти два болта открутим, но чтобы снять серьгу со шпильками, надо снимать запаску. Сейчас скину запаску. Также и с другой стороны. А спереди? Спереди у нас одно крепление. Спереди такой же с фиксатором болт. Снимаем? Ну, к сожалению, показать не покажу. Снял серьги и вытащил втулки. Здесь вот в рессоре видно, даже уже металлом стало бить. С одной стороны втулка была выбита полностью, но серьгу вытащил с большим трудом. Еще снизу я амортизатор отпустил. Мне показалось, что он мешает, поэтому я его отпустил. Серьга, получается, приварилась к втулке. Вот такие вот втулки, это которые нижние были в рессоре, а в серьге вот такие вот втулки.
еще более-менее живые. Вот сама серьга и вот куски резины. Я смог выдернуть только с кусками резины. Еле выдавил. Что она так приварилась к резине, не знаю, может быть химия, грязь, время. Чищу, смазываю и ставлю. Все, заменил я с обоих сторон. Также с той стороны тоже амортизатор пришлось снимать. Поставил запаску на место. Здесь переварено все, запаска стоит наперекос. Ящики, ну здесь ладно, гайки отсюда. Неудобно, но поменял. Когда ящиков нет, это все быстрее делается. Но здесь понаварили ящиков с двух сторон. И спереди тоже такие же ящики. Вот они по низу идут. И вот, вот здесь вот у нас тоже палец передний. Он упирается в ящик. Пришлось рессору расшатать, так как втулки-то немножко выработаны уже. И с этой стороны диаметр в ухе, которая на раме приварена, больше. Потому что здесь посадочная направляющая. За счет этого я смог палец под углом вытащить. И с одной, и с другой стороны. Вот он тоже ящик. И поменять. Когда палец вставлял, получается, мост уходит назад, и чтобы вот здесь попасть шпильку в отверстие, глушитель мешает, ни оттуда не посмотреть, ни отсюда. Ставил зеркало, вот отсюда так поставил зеркало и уже смог направить и поставить. На этом все, замену втулок мы закончили, провозился целый день. Всего вам доброго.